разговор был очень жесткий, но предельно деловой. В жестком таком ключе обсуждались вопросы. Но это не первое такое обсуждение, это говорит не о том, что ну, у нас там антагонизм какой-то, мы просто друзья, и мы друг другу можем сказать в открытую, сказать то, что нас волнует. И то, что это не повторится, такого, наверное, не может быть. Это только в сказке может случиться, что у нас впредь не будет каких-то споров. Конечно, будут споры, потому что есть интересы у их товаропроизводителей, там молока, мяса и прочее, зерна. У них есть свои интересы. В нас они видят первостепенных конкурентов. Они не могут с нами конкурировать ни по качеству, ни по цене, ни по нашей организованности. Поэтому применяют вот такие административные, порой бандитские методы. Мы к этому готовы. Мы люди закаленные. Что касается наших взаимоотношений с Россией в Союзе Беларуси и России, этот формат себя ни в коем случае не исчерпал. В Евразиатском этом союзе экономическом, дай Бог нам еще достичь той глубины интеграции, как у нас с Российской Федерацией, этого пока и близко нет.